Трипсы – это опасные вредители, которые, кроме огурца, поражают все овощные цветочные растения в защищенном и открытом грунте. Личинки высасывают сок, образуются желтовато-коричневые некрозы неправильной формы между жилок. В наших условиях прекрасно они зимуют и продолжают дальше развитие, именно вылезают они весной. Опасны эти насекомые тем, что они прекрасно переносят вирусные заболевания. Оптимальная температура для развития трипсов – это 25 градусов. Что же можем сделать для борьбы с данным вредителем? Для отловы имагой используют клеевые ловушки синего и желтого цвета. Для предотвращения накопления трипсов в теплице нужно своевременно удалять растительные остатки. Для борьбы с трипсами помогают хищные клещи, применение химических препаратов, таких как Тара, Командор, Конфидор Экстра, Уфанон, Эксперт, Уфанон Нова, Спинтер. Главное, чтобы эти препараты чередовались.